47 человек в Ноябрьске болеют высокопатогенным вирусом H1N1. Такие данные сегодня приводят специалисты окружного центра по борьбе со СПИД. В основном свиным гриппом болеют пожилые люди. Но зафиксирован и один случай заражения высокопатогенным вирусом у ребенка до 3 лет. По словам медиков, тяжелых случаев в Ноябрьске не обнаружено. В основном это заболевание средней степени тяжести. К слову, за весь прошлый год в городе был лабораторно подтвержден только один случай заболевания высокопатогенным вирусом H1N1. В этом году у нас привито на 3000 человек меньше, чем в прошлом году. И, соответственно, была возможность завоза вируса с других территорий и циркуляции их на нашей территории. Прививка, она является эффективной мерой профилактики. Ввиду того, что там имеется, в этой вакцине имеется штамм вируса гриппа H1N1, который защищает непосредственно от этого заболевания.